друзья, сегодня что будем делать? Запаковывать сладости в Нью-Йорк. Свитбокс для американцев. Для нашей подписчицы из Нью-Йорка. Никола, hello! Давайте посмотрим, что мы будем ей отправлять. Сейчас возьмем коробку. А так, поставим ее. Поставим ее сюда. Итак, мы купили целый пакет разных вкусняшек. Российских, алтайских. Давай начнем вот с этого. Мы отправим сначала вот такие шишки кедровые. И вот еще одна шишка. Они очень ароматные. Вот такие кедровые шишки. Они очень ароматные, и внутри там есть орешки. Боже. Вот. Отправляем это все в коробку. И уже очищенные кедровые орешки. Вот. Это ядро. Ядро кедрового ореха. Да. С Алтайских гор. Ага. Тебе нравятся такие орешки? Угу. Да. А ты любишь кедровые орешки, Семечек? Да. Тебе тоже дадим попробовать. Так, теперь мы купили шоколад. Итак, смотрим. Вот, смотрите, это вот вафельки. Нет, это три тульских пряника. Ну да. С разной начинкой. Всегда забываю, что это пряники, да? Давайте посмотрим, что за начинка. Фруктовая начинка. Имбирь. И мед. Нет. Имбирь и мед. И марципан. Вау, я такого не пробовала еще. И вареная сгущенка. Стандартные русские пряники. А вот он, аккуратненько. Нет, это в самом конце. Вау, посмотрите, что это такое. Это огромная шоколадка, пористая. Посмотрите. Мам, я хочу быть. Красивая, но мы ее не будем открывать. Она все закрытая. Вот такая пористая, с цельным орехом, представляете? Да. Молочный шоколад. Ага. Вот такой вот красивый. Что? Кто? Мне как ёрка. Да. Так, положим так, чтобы тут это ничего. А вот ее. Ой, не помещается. Да, это мы не будем. А, ну, конечно же. Мед. А так как мы живем на Алтае. А у нас есть мед. Настоящий алтайский горный мед. Таежный называется. С тайги сибирской. Где медведи ходят, собирают этот мед. Вот по одному. Вот этот сначала покажу. Такой. Давай, надо второй. Так, что еще у нас любят кушать в России? Конечно же, юбилейное печенье. Вот печенье. Номер один в России. Самое вкусное и хрустящее печенье. Да. Кукис. Кукис. Конечно, кукис. Это другое. Так, положим так, чтобы оно не сломалось. Аккуратненько. Так. Вот, классика жанра. Аленка, молочный шоколад. Да, Аленка. Красный Октябрь. Из мультика Щенячий. Смотрите, похоже на Велеславу. Посмотрите так в камеру. Платочек надеть. Так. А вот вафли. А вот такие вафли хрустящие. И Яшкина. Ух. Такие хрустящие вафли из шоколада. Клади аккуратненько. Ага, еще алтайские всякие полезные штучки. Вот такой вот бальзам. Безалкогольный. Нам с медиком и травами алтайскими. Вот, который можно добавлять в чай.
кофе или просто пить по чайной ложечке или по 2 чайные ложечки в день. Вкусненький, сладенький сиропчик. Полезный, общеукрепляющий. Для здоровья. Сибирское здоровье будет у нашей. У нашей Николы. Никола. А, ну конечно же. И... Да. И конечно же петушок на палочке. Конечно же, стандарт. Петушок на палочке. Российская, российский леденец. Да. Пожалуйста, это вам. А еще, не поверите, сгущенное молоко. Вот такой ГОСТ. Тын-тын. Ну, наверное, в Америке тоже есть свое сгущенное молоко. Но такое-то нигде нет. Только в Алтае. Да, нет, в России. Ну да. Вот такое поставим мы тоже. Так, а ты нам его? Дай. Так, чтобы он ничего не поломал. Ну, ага. Ну, конечно, не все. Молочный шоколад, еще темный шоколад. Бабайский люкс. Как по мне, он самый вкусный из всех темных шоколадов. Ну, да. Не горький, прям у него очень ярко выраженный вкус шоколада. Него... Обязательно американцы должны его попробовать. Ну, только он не такой уж молочный. Да, потому что он темный. Да. Но там есть немножко молока, по-моему. Немножечко. Вот. Так, что у нас еще? Подожди, сейчас вот это мы достанем. Вот, самые вкусные конфеты в России. Вот сколько. Вы любите птицу бирную? Кто пробовал? 5 конфеток. Я попробую. Одна распущена. Вы попробуйте. В Нью-Йорке. В Нью-Йорке. Это просто райское наслаждение. Птица дивная. Молоко птичье. Интересно, у вас есть такое? Такие конфеты птичье молоко. Зачем ты это сказала? Ну, оно же так и есть. Птичье молоко называется. Молоко птицы дивной. Райское. Райское наслаждение. Так, теперь посмотрим сувениры. Ладно, давай, сувенирчики. Брелок для семейного счастья. Да. Щит славянский. Вот такой. Да, и деревянный. Вот тоже. Все сделано из кедра настоящего. И вот такие алтайские сувениры, которые сделаны из кедра. Вот брелок. Брелок. Оберег для семейного счастья, для девушки специально. Конечно. Вот такой вот магнитик. И? Со снежным барсом, который водится у нас на Алтае. И вот такой вот. Вот такая свистулька. Туда надо налить водички немножко. Он будет очень красиво, переливисто свистеть. Совушка. И оберег для семьи. Папа, мама. Конечно. И детки. Да. А теперь мы все это отправим по почте для нашей Николы. И она нам обещала прислать в ответ тоже свитбокс из Америки. И потом мы его будем распаковывать. Мы будем отправлять эти все игрушки в Америку. Да, и все сладости. Конечно же, это же не для нас сладости. Все, убираем. И мы сейчас поедем на почту. Все. А кто поедет? Там подпишем. На почте можно. Нужно еще заклеить скотчем. Это нам на почте все заклеить.